Вопрос о трех ненайденных телах. Если с телами Креста и Пушкина достаточно туманно, то чье тело лежало в 1953 году, лежало на прощании в мавзолее? И вдогонку ему вопрос, что означает труп Ленина в мавзолее на матричном уровне для нашей страны? Ну, да, где-то я высказывал, что за последние 2000 лет три тела после смерти не было найдено. Тело Иисуса, тело Пушкина и тело Сталина. Об этом есть информация о Пушкине, ну и о Сталине, что Сталина подменили. Кого там хоронили и кого выбрасывали в мавзолее, это вопрос другой. Теперь, насколько тело Ленина играет какую-то роль, ну, читал я много всего про зиккураты, сирийские и прочее. Я думаю, здесь все проще. Стереотипы. Только стереотипы, которые, если не помочь обществу преодолеть самим, ну, то будет много всякое, вплоть до крови. Не хотят крови. Но это мое субъективное мнение.